Пошли вниз побегаем, пошли. Пошли побегаем. Дин, 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 дин. Нет, не хочешь. Как мы с тобой пойдем? Ну давай за этот. Давай. Эту же игрушку ты уже знаешь. Я думаю, друзья, на самом деле, что она будет прекрасно бегать за этим мячом. Единственное, что игрушки мы... О! Классно. Игрушки мы не оставляем. Вот эти вот как бы кольца оставляем. Мячик не оставим, пока не посмотрим, как она играет. Вот никакие мягкие вот эти пищалки, резиновые игрушки не оставляем. А только вот такие вот, видите, из канатиков. То, чем она не откусит, по идее, не проглотит. Все натуральненькое. Этот мы уже проверили, вот, да, скажи. Откусить она его не может. Пам-пам-пам. Ну, давай поиграем. Давай. Люди старались. Присылали тебе. Вот эту видео уже освоила. Освоила. Тоже передали. Играет меховая такая штучка. Скажи, и это освоим, да? И этим будем играться. Скажи, всем большое спасибо. Сначала наши зрители искупали в подарках Люську, Степку, Маню и всех остальных наших питомцев. А теперь всеобщая любовь накрыла и эту львичку, и, конечно, куча подарков и витаминки. Вот кто-то тоже спрашивал за витаминки. Вот за эти доктор дает. Она не очень, конечно, я так понимаю, что за эти спрашивают. Она не очень хочет их кушать, вот, но ну, размягчают и добавляют в молоко и в фарш. Сейчас молока она уже почти не пьет, а фарш все равно дают наряду с таким вот мясом кусковым на кости. Поэтому все, что вы, друзья, присылаете, все мы показываем доктору Василию. Вот. Потому что вот эти тоже, все вот эти игрушки, ей нравится, ну, пока я здесь. Ну, сейчас у нее самая лучшая игрушка, это косточка, да? Ну, можешь поиграться. И такой. Все, когда заходим, мы не всегда снимаем, когда заходим. Когда заходим, все даем, поиграться и бегаем, смотря какое, все идет от того, какое, друзья, у нее настроение. Вот видите, сегодня почему-то она не хочет бегать. А иногда прямо гоняется, гоняется, гоняется за моими ногами. И с удовольствием играет, бегает. Тогда пойдут и мячики. Ну, вот она день-два к мячику привыкнет. Да. И будем играть. Вот уже она его не боится. Эти игрушки все знакомые. Ну, конечно, ей хочется к себе подобным. Да? Мы решили, друзья, не менять имя Осаде. Вот, оставим так, как есть. Осада это в переводе. Мы думали, это связано с чем-то с войной или еще с чем-то хотели поменять. Но оказывается, это просто лев, львица. Звучит красиво. Вот. Все равно она прожила эти несколько месяцев с этим именем. Счастлива, несчастлива. Там тоже, друзья, вы пишете, что нужно поменять имя, изменится судьба. У нее и так изменилась судьба, да. Коренным образом, благодаря неравнодушным людям. Поэтому, скажи, имя можно оставить. А судьбу, скажи, конечно, поменяли. Да, да, да. Вот, вот, вот. Игрулька. Нет, ну мне хочется, чтобы ты побегала. Это все хорошо, игрушки это хорошо. Но нужно подвигаться. Да, да. Она сегодня еще в туалет не сходила.
Поэтому нужно двигаться. Ну, меня сначала, знаете, так чуть-чуть нас беспокоило, что вот она в основном лежит и очень мало ходит. Но вы видели, друзья, когда мы вынесли ее на солнышко на улицу, поведение изменилось коренным образом, она сразу побежала. То есть тут она уже все знает. Тут ей уже просто неинтересно. Скажу, ну, прошла по полу, да. Ну, игрушками вон она раз, ей удобнее здесь. Ау. Мясо. Ау. Будешь? И поэтому здесь ей неинтересно. А на улице? Ау. Дю-дю. На улице поведение поменялось. И она сама и побежала везде. Вы видели, что... И мне так понравилось, что главное с Олегом Алексеевичем рядом. Да. Ты моя Халёзя. Ты моя Халёзя. Ну, давай еще лапки. Давай. И пусть весь мир подождет. Несмотря на то, что такой кусок мяса большой, да, она не агрессивна, да, не агрессивна, она играется, когти не выпускает, животик подставляет побритый. Доктор делал УЗИ, приезжал, да, животик побрил, все внутренние органы посмотрел, да, что все там у нас холосё, да. А будет еще лучше. Ну, очень хорошо, так. Пошли гулять. Ну. Давай. Безопасность, да? Брык и сразу безопасность. Ну. Вот так. Игрушка похожа на цирковую кеглю. А, сада на жонглёре. Я часто вспоминаю, друзья, когда вот первый раз увидели, я даже не поняла, что мало, что вот в этой тесной низкой клетке, что там находится львенок. Конечно, даже такое помещение. Что ты смотришь на мяч? Ну, такое помещение позволяет ей и бегать, и прыгать, и двигаться, и высокая, скажи, и лежать. Вот видите, она уже так чуть-чуть, скажи, с интересом, да? Давай побегаем, давай за мной побегаешь, давай. Асада. Ходит она то на пеленочку в туалет, то полотенце тебе уже такое красивое. Да, постелили? Аристократка. Ты маленькая. Ну? Ты меня решила попробовать на зуб? Вау. Ну не буду я, ладно, не буду мячик. Завтра еще мячиком придем, поиграем. Колечек ты тоже сначала боялась.
Ее всегда стоит водичка, жадно пьет, потому что и витаминки, и дюфалак, и мясо. Надо, чтобы всегда-всегда была водичка, чтобы она и тем более сухой корм, который тоже уже совсем она не хочет кушать, но все равно потихоньку ей пытаются добавлять.